Игорь, какие вы, я понял, что вы часы любите. А что бы вы посоветовали вообще простым людям, какие часы иметь? Чтобы они... Ну, во-первых, чтобы они нравились, а во-вторых, что я, это мое чистое убеждение, чтобы они железные были, не золотые, не из какого золота, а именно железные. Во-первых, они практичные, не мнутся, не бьются. Золото, желтое мне просто лично не нравится, кому-то нравится, это на выход часы больше такие. А железные часы, они практичные и очень хорошие есть. Расстроено, что казино в России закрыли? Девушек красивых меньше стало. А играть-то вы любите? Играть? Да, в принципе, иногда могу, когда время есть. А в какую карточную игру бы с вами можно сесть и зарубиться? В покер. Покер какой? Техасский холдом? Техасский, да. А были в Лас-Вегасе вообще играли? Да. Сколько выиграли-то? Сколько проиграли, хорошо? Не проиграл, я просто время убиваю только, когда в казино хожу. Хорошо провести время, убить время, хорошо посидеть с хорошими ребятами, с друзьями. Вот это в казино, если идти играть, обязательно проиграешь. Если идти выигрывать, обязательно проиграешь. А провести время, посмеяться, пошутить, все в меру, то очень классно. В интернете часто сидите? Не очень. Только если проверить дела и вот на скайпе с женой, с детьми поговорить. А почему не любите новости в интернете? Там столько интересного болельщики рассказывают иногда. Терпеть этого не могу. И особенно про болельщиков, то, что когда начинаешь, то, что они не знают, особенно если попадаешь. Нет, не то, что я болельщиков терпеть не могу. Я не могу терпеть высказывания, которые, получается, не знаешь, о чем, не знают, о чем люди говорят. То, что болельщики, есть многие, которые правильно все говорят, это приятно почитать. Но есть такое, что... Поэтому я не очень люблю выходить на сайт болельщиков. А как же новости про то, что Пугачева вышла замуж или Галкин женился? Это я телевизор лучше посмотрю. Время быстрее проходит, и больше времени убиваешь.